Бой в городских условиях. Быстро перезаряжается. До 5, не больше. Сначала отработал танк, поснастил нам все, что можно, а потом пошла пехота. Ну ничего, мы ее пока сдерживаем, все нормально. На приеме, Хоттабыч. А вот куда? Там его сами работают сейчас. Все вот эти дома защищают. И приход. Прием. Наблюдаем. Вот это называется круговая оборона в населенном пункте.